Человеческое ухо настолько уникально. Нет двух похожих. Сделать одни наушники, подходящие к любому уху, все равно, что сделать одну пару обуви, подходящую к любой ноге, это невозможно. Но это именно то, что мы попытались сделать с новыми AirPods. Все в их дизайне сфокусировано на передаче невероятного звука и комфорта. В ходе изнурительного исследования и попыток разработки мы провели 3D-сканирование сотен ушных раковин и искали общие черты. В результате мы смогли определить средний размер. Это стало нашей отправной точкой в разработке формы, подходящей широкому диапазону ушей. Форма EarPod на самом деле определена геометрией вашего уха. Они комфортно держатся в вашем ухе, но они не создают пломбы, как наушники-затычки. EarPods спроектированы так, чтобы непосредственно передавать звук прямо в ушной канал. Чтобы оптимизировать акустику, мы построили серию проходов, каждый со своим уникальным назначением. Порт сзади играет средние частоты и обеспечивает комфортное звучание для большинства людей. Чтобы обеспечить насыщенный мощный бас, мы строили порт в ножку, который на самом деле работает в полном согласии с динамиком. Позволяя потокам воздуха входить и выходить из акустических камер, они облегчают давление и позволяют динамику двигаться свободнее, производя лучший низкочастотный звук. Звук очень важен при вашем взаимодействии с продуктами Apple. Поэтому мы хотели сделать наушники, которые были бы абсолютно самыми лучшими.